По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Одинцовском городском округе продолжается работа по размещению медиков, работающих с больными COVID-19, в гостиничном фонде. Это необходимо для безопасности членов их семей. На сегодняшний день комфортные условия для полноценного отдыха и восстановления сил созданы для 641 работника сферы здравоохранения. Им предоставлены номера в отелях, домах отдыха и пансионатах.